Здравствуйте, уважаемые эксперты и участники республиканского этапа Энергига-Харды. Меня зовут Уварский Святослав, ученик 8 класса. Тема проекта – технология изготовления якутского национального барабана Кубсюр. Мы сейчас приступим сразу к гипотезе. Используя наши технологии, можно изготовить барабан Кубсюр в условиях сельских учебных мастерских. Оно особого оборудования не требует. Применяя наше усовершенствование, можно упростить изготовление сложных операций. После осеннего забоя в селах много шкуры выбрасывается без всякой пользы. Обрабатывая эти ресурсы, можно изготовить много хороших вещей. Виды якутских ударных инструментов. Технология изготовления якутского национального барабана Кубсюр. Для изготовления сначала начертили поэтапное эскизирование корпуса. Затем по нашему эскизу мы из березовой фанеры вырезали 8 деталей с высотой 50 см и шириной 15 см. Тщательно отшлифовали с двух сторон и закрепили между фанерами сосновыми брусками под углом до 5 градусов, чтобы получить форму призмы. Ножки вырезали лобзиком из обрезной сосновой доски высотой 35 см в форме копыта лошади. Тщательно отшлифовали. Мы выбрали способ мездрения. Потому что этот способ более приемлем для нашей ситуации. Для закрепления кожи на барабан использовали обычные саморезы по металлу. Позднее саморезы можно маскировать или поменять на другие декоративные держатели. Для отделки сделали мини-дебиль из конского волоса и корпус барабана перед натяжкой мембраны покрасили коричневой морилкой. На презентации вы видите наш уже изготовленный барабан. Вот недавно выступили на мероприятии «Обегон Нюлара». Заключение. В результате исследований мы уже имеем представление о разных национальных ударных инструментах, о факторах, влияющих на звучание инструментов, технологии изготовления якутского национального барабана. Используя эти технологии, мы доказали, что можно изготовить барабан Кубсюр в условиях сельских учебных мастерских. Одно особого оборудования не требует. Применяя наше усовершенствование, можно упростить изготовление сложных операций. После осеннего забоя в селах много шкур выбрасывается без всякой пользы. Обрабатывая эти ресурсы, можно изготовить много хороших вещей. Разрешите сыграть вам несколько ритмов. Спасибо за внимание.